Здорово всем, вы накаяли кома, блять, дебил говорю. На канале Cyberspace, это последний ролик по башне, финальный босс, царь демонов Мара. После активации испытания слева появится 4 НПС, а в противоположной стороне сам босс. Но атаковать его пока нельзя, и вас он тоже не будет трогать. Нужно сначала спасти 4 авантюристов, этих НПС. По сюжету, Мара убил настоятельно башни и поглотил его силу, но его дух все еще жив, и он поможет нам спасти авантюристов. Периодически Мара будет наносить по удару каждому из них, тем самым снижая их ХП. Если он убьет одного из них, он станет сильнее. Соответственно, если он убьет всех, он будет максимально сильный и биться с ним будет сложнее. Чем больше вы спасете авантюристов, тем сильнее ослабите босса. Для спасения нужно встать в зеленую сферу перед боссом, после чего появится лоза жизни, в которой будет заключен дух настоятеля. Нужно снести 20% хп лозе, после чего между вами появится связь, которая будет наделять ваши атаки целительной силой. Как появится связь, нужно атаковать авантюристов, вы будете хилить их своими атаками. Также на время действия связи на вас будет повешены бафы на аспид и скорость каста, которые повысят эти показатели до максимума. То есть аспид будет 5.0 и максимальная скорость каста. Связь длится 20 секунд. Миличникам советую сначала подойти к авантюристу, а потом бить лазу для связи, чтобы потом не тратить время на беготню. И все 20 секунд чисто хилить НПС. Советую всем бить НПСов автоатакой, независимо от того, кем вы играете. Потому что автоатака восстанавливает ХП больше, чем скиллы. Для того, чтобы упростить этот процесс, можете взять баф башни на дистанцию атаки. Так вы сможете кем угодно стоять в центре и бить с места, не подходя КПС. Как только вы спасете всех авантюристов, либо когда демон всех их убьет, начнется схватка с самим демоном. У него есть только один скилл, который он будет периодически юзать. Восхождение бездушных. Длится он 15 секунд. Перед его кастом вас будут об этом дважды предупреждать большой надписью на экране. Вот так. За 10 секунд до применения и за 5 секунд. Пережить этот скилл поможет лоза. Схема та же. За 10 секунд до применения встаем в сферу, сносим лозе 20% хп и ловим связь. Только теперь она вас будет защищать от скилла Мары. Но тем, у кого норм шмот, можно этого не делать. Бафов башни и аптеки с пельменями будет достаточно, чтобы выжить. Как убьете демона, испытание будет пройдено. Вот мы и завершили всю башню, и я вам рассказал про все сюжеты башни, начиная от обычных и заканчивая боссами. Надеюсь, эти знания помогли вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим роликом со своими друзьями. До свидания.